Всем привет! Меня зовут Мариша. Весь мир перешел на онлайн-покупки. Но мы, рукодельницы, на мой взгляд, по-другому и не представляем своих покупок. Предлагаю вместе со мной порадовать глаз и посетить онлайн-магазин «Совушка». Магазин находится на территории Украины, но товар отправляется в любую точку мира. Ассортимент магазина – это настоящее сокровище для любого бантамана. Здесь представлены как профессиональные инструменты, так и товары для рукоделия. Ссылочку на магазин я оставлю в описании к этому видео. А сейчас приступим к рассмотрению товаров, которые заказала себе я. И по окончании видеообзора мастер-класс. Откладываем коробочку и поэтапно любуемся всеми товарами, которые в посылочке. Ленты. Ленты в магазине «Совушка» действительно эксклюзивные. Таких лент на территории Украины я не встречала ни в одном магазине. А большая палитра цветов и размеры лент действительно порадуют любую рукодельницу. В магазине ленты представлены от 7 мм до 6 см шириной. Двухсторонняя эко-кожа. Признаться честно, с таким материалом я еще не знакома. Буду знакомиться вместе с вами в ближайшем мастер-классе. Эко-кожа по своей фактуре очень плотная. С другой стороны у нас крупный глиттер. Глиттер не осыпается, очень хорошего качества. Камера немного искажает расцветку эко-кожи. Я постараюсь отредактировать, чтобы передать правильно расцветочку. Но мне очень интересно, как режется эта кожа и как идут ножницы по эко-коже. В принципе, как и стандартная эко-кожа с крупным глиттером. У меня уже насобиралось огромное количество шаблонов для работы с двухсторонней эко-кожей. Думаю, в ближайшее время мы обязательно проэкспериментируем с таким интересным материалом. Ну и, как всегда, ни одна моя покупка не обходится без шаблонов. Коллекцию я пополнила 7 шаблонами.